Из российских композиторов, безусловно, очень хорошо пишет музыку Константин Меладзе. То есть он делает ее максимально по уму. Если, значит, разбирать то, какие песни он пишет для своего брата, для Валерия Меладзе, то там очень много уловок, сложностей, определенный порядок фрагментов песни, которые заставляют нас взорваться на припеве, определенные ноты, которые заставляют нас здесь поволноваться, здесь расслабиться. Это все очень сделано по уму, и за этим всем классно наблюдать. Такая красота мысли в этом есть. Ну и вообще современные исполнители пишут музыку хорошо. Ну, то есть все там как надо. Музыка, написанная хорошо, это какая? Это та, в которой есть определенная художественная задача, запрос, вот это состояние передать, вот это слушателя заставить почувствовать. И все средства, которые в ней есть, работают именно на эту задачу.